Отключили свет за кражу электроэнергии. Дагестанская сетевая компания провела рейд в рамках акции «СМИ против энерговоров» и «Стоп энерговор». Под пристальным вниманием оказались новостройки Кировского района Махачкалы. Так, в списке на отключение попали многоэтажки по улице Дачная и несколько частично заселенных домов по проспекту Акушинского. На разговор с энергетиками никто не вышел, в отличие от жителей двух новостроек в научном городке. Они поделились с энергетиками контактами застройщика, из-за бездействия которого и возникла такая ситуация. В городе Махачкале были во время проведения учений всероссийских были установлены приборы учета на трансформаторах, так называемые технические приборы учета. И проведенный анализ по этим, значит, приборам учета показал, что где идут, скажем так, утечки. В основном те дома, у которых есть документы, с ними проблем никогда не бывает. Они представляют всю информацию, мы их подключаем. В основном 99% дома, незаконное подключение, незаконное строительство. Проблема только в этом. Аналогичная ситуация сложилась с двумя четырехэтажными домами в поселке Семендер. По итогам рейда составлено 46 актов бездоговорного потребления электроэнергии на более чем 300 тысяч киловатт в час. Далее их направят в правоохранительные органы для составления протоколов и принятия мер в отношении нарушителей.